28 июля текущего года примерно в 18:00 часов в Жамбылском районе Жамбылской области произошло дорожно-транспортное происшествие. На трассе Тарас-Бизараж водитель кареты скорой помощи, передвигаясь по второстепенной дороге на перекрестке, не уступив дорогу транспортному средству марки Suzuki, ехавшего по главной трассе, допустил столкновение. Автомобиль скорой медицинской помощи ехал на вызов в село Бисараж. Однако проблесковые маячки и спецсигнал включены не были. В нем находились 60-летний водитель и два фельдшера, а в машине Suzuki только 64-летний водитель. Водитель легкового автомобиля был доставлен на реанимационное отделение Тарасской городской больницы номер 1, где ему произведена ампутация руки. Водители и пассажиры кареты скорой помощи также доставлены в больницу с травмами различной степени. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 2 УК РК. Назначен ряд экспертиз, ведется следствие.